Короче, сейчас на максимум делаем, ну, максимальное количество, да, как? Сейчас делаем за минимальное количество повторений мы делаем сотку. За минимальное количество времени мы делаем 100 этих, 100 отжиманий. 100 отжиманий. Да. Сани и я уже сейчас участвовали в конкурсе, не в курсе, не в это он просто, этом, он просто хочет нам преимущество дать. Да. Как стирает просто. Типа, Женек не участвовал, но он без углей. А для тех, кто знает, что такое безуглеводка, тот меня поймет. Да, ну вот, короче, погнали. Эти дрищи еще пока что делают что-то. Помните, господа, что мы договорились, что мы соблюдаем технику. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Вы видите, да? Сразу видно, у человека ненакачанная поясница. Потому что он ее не держит. Все сделано. Это наш секундомер. Познакомьтесь, Александр. Александр Панфилов. Утец Александр. Тик-тик-тик-тик-тик. Так-так-так. Вот так, господа, делать нельзя. Независимый эксперт. Смотрим на часы. Что? А, блин. Сейчас я отсасываю. Если бы меня еще вчера чуть не вырубили, было бы нормально. Что вы можете сказать? Ваши ощущения вообще? Я в шоке от этой ситуации. Самый главный ютубер Эстонии. Самый главный хозяин спортканала. Да, да. Что-то с ним не если то. Если вы будете вести спортканал, вы раскачаетесь. В обратную сторону пойдет, дорогие. Все? Так, получается, у тебя 2 минуты. Так, нет, у тебя... Минута 38, у меня минута 59. Нет, я закончил на минуту 59. Саня, странно, нажал как-то минуту 38. А-а-а. Нормально, когда
Давай позирование на камеру. Я наш тренер. Потом говорят, тренер типа... Видите, да, короче, чемпион Эстонии, сложно выиграть в отжимании. Я тренер, и принимаю...